Франкфурт. Это такой мегаполис, он небольшой город, 1600 жителей, то есть от Минска в раза два меньше, а то и больше. Но это мегаполис, банки, самый большой аэропорт. И там есть такой трамвай, 11-й. Он как отель на... пятизвездочный отель. Замечательно. Но народ там такой дошлый, битый, потому что, как правило, эмигранты, бездомные немцы, или какие-нибудь даже, ну, алкаши, наркоманы, их, короче, вот такой народ. Но в основном это эмигранты. Этим трамваем он как раз везет меня в это же ателье, где я работаю. И поэтому я на него сажусь. И это мой, получается, трамвай. Потом я уже узнал, что он называется в простонаречии «Джанки Экспресс». То есть люд такой битый. И там действительно столько много образов, столько много собирательных таких лиц, из которых можно что-то выстраивать. И, как я уже на пресс-релизе написал, ну да, вообще-то превалирует не радость, не счастье, а где-то такая грусть, ностальгия по покинутым местам. Потому что люди, эти эмигранты, они же покинули свой кишлак, переехали сюда. Вроде бы здесь все схвачено, социально все, но душа-то болит. И вот этим трамваем, когда я езжу, я наблюдаю очень много любопытных, интересных сюжетов, портретов. По пятницам ездит молодежь, это значит такие тинейджеры, которые ездят на всякие дискотеки, ночные клубы, и они там тоже просто такие устраивают прямо в зале, в трамвае вечера. Вплоть до танцев. Вплоть до танцев. Ну вот, свидетель тому я, а теперь и вы свидетели всего того, что я сделал.